Ну и кто теперь готов пойти сказать боссу, что мы упустили этого Бонни? Я не пойду. И я не пойду. Иди ты, босс. Вечно все мне нужно выполнять за вас. Ладно, блин, придется доложить. Привет, босс, как дела? Выполнили всю работу, ребята. Понимаешь, босс, еще не все, но тут получилась такая заминка. Что случилось? Вы доставили всех лавовых аниматроников? Понимаешь, босс, да, мы доставили всех, но самого главного лавового Бонни мы упустили. Он убежал. Ротозеи. Ладно, веди, показывай. Ну и где они? Где мои волшебные лавовые аниматроники? Они там, босс. Они там ждут вас. Ладно, посмотрим. Дороги, пацанва. Хорошо, босс, прости. Ну, где они? Они здесь, босс. Тут они ждут. Вот вы. Отпустите. Отпустите нас. Что вы хотите с нами сделать? Да. Наконец-то. Марионетка, Фокси, Фредди и Цыпа Лава. Отпустите. Отпусти, гадкий колдун Грегор. Мы тебя не боимся. Мы не боимся тебя. А стоило бы вам меня бояться. Ну ничего, так, нормально, только Боньки не хватает. Ты не получишь нашего брата. Да, Бонни ты не увидишь, гадкий колдун. Ничего, ничего. Вы обладаете такой волшебной мощью, о которой даже не представляете. Что ты хочешь от нас? Скоро вы все узнаете. Так? Ну чё, босс? Да, не то что надо. Хорошенькие. А Бонни мы найдем. Мы найдем Бонни. Я слышал, тут Грэндпа и Гренни нашли шоколадных аниматроников, да? Они тоже волшебные. Что? У них есть шоколадные аниматроники? Неужели дед узнал их тайну? Это правда? Да, босс. Они их всех поймали, всех пятерых. Вот гадство! Блин! Поговаривают, что дед нашел лавового аниматроника. Возможно, это Бонни. Противный дед. Ладно, обману их с бабкой. Так, езжай к деду и договаривайся о встрече. Пусть привезет аниматроников, скажи, я с ним хочу серьезно поговорить. Ну и так обмолвись, что я привезу ему 10 тонн золота. Ого, босс, так много. Дурак, дуралей, мы их обхитрим. Давай, мне нужны шоколадные аниматроники и Бонни Лава. Выполняй. Хорошо, босс, как скажешь, да, я мигом. Давай. Ах, одни олухи меня окружают. А ну, ребята, быстренько, быстро за работу, я сказал. Хорошо, босс, да, хорошо. Это будет невероятно. Вся мощь, вся сила волшебного магистра Бонни сосредоточена в этих аниматрониках. Мне они нужны. Я заполучу их. Не будь я колдуном,
Грейдером. Так, ребята, у нас задание от босса. Едем к Гренни и Грэндпа. Будем выторговывать у них шоколадных аниматроников. Понятно, босс. Здорово. Он нам заплатит. Он нам заплатит, босс. Посмотрим. Заплатят, вроде бы. А то последний раз, босс, нам заплатили всего лишь полсуммы. Да помню я, помню. Облапошили нас, но ничего. Вроде этот хозяин, колдун Грейдер, говорят, богатый. Поэтому надеюсь, он нам заплатит. Я тоже надеюсь. И я надеюсь. Ладно, ребята, погнали, погнали. Нужно доехать до этого Грэндпа и до этой бабки, чтобы они ничего не заподозрили. Отлично, так, Фокси повез детей прятать к нам в дом. Супер, ребята. Блин, а как же мы теперь найдем марионетку? Как мы ее теперь найдем, Бонни? Фредди, я, конечно, хотел тебе уже давно сказать, но потом подумал, ты обидишься. А что? А что, Бонни? Бонни, что такое? Мне кажется, ты что-то не договариваешь. Понимаешь, Фредди, помнишь, в самом начале нашей дружбы ты придумал, если кто-то из нас пропадет, то нас спасут твои GPS-навигаторы, браслетики. Конечно, я помню, как мне пришла в голову эта классная идея. Так вот, Фредди, я когда создавал своих 100 новых маленьких аниматроников, я каждому надел по браслету, который ты придумал. Капец! Какой же ты молодец! Да ты просто красавчик! Ну ты молодец! Ты что, не расстроился, Фредди? Что я твою идею стырил? Да какой ты молодец! Это же правильно! Молодец! И ты хочешь сказать, что сейчас марионетке надет браслет, и мы ее просто найдем? Фредди, ну ты красавчик! Вообще сразу допер! Ля, как круто! Вот это здорово! Бонни, ну ты молодец! Так, хорошо, ладно. Бонни, ну чё, давай, следи сейчас, выявляй марионетку по GPS-навигатору, а я разберусь с этим ужасным домом. Он мне, если честно, уже в печенках сидит. Сейчас я спалю этот дом бабки Гренни и деда. Точно, Фредди, правильно. Да, он уже достал. Фредди, ну ты красавчик. Давай мы сейчас спалим. Давай, я тоже уже давно хочу это ужасное колдовское место, так? Сейчас. Сейчас мы тут все подожжем, так? Так. Во. Давай, гори. Давай, гори уже. Ох, как классно горит. Вот это здорово! Ну теперь бабка Гренни точно ничего тут не будет делать! Молодец, Фредди! Фредди, хорошая идея! Надеюсь, они не смогут тут все восстановить! Я тоже! Все, погнали! Нам срочно нужно найти шоколадную марионетку! Еще не переживай, Фредди! GPS-навигатор показывает! Нужно ехать на северо-восток! На северо-восток! Вы не забыли? Подождите! Блин! Капец! Ну ты, Соня Масоня! Вы что? Меня нельзя забывать! Как же без меня? Да знаю я! Будешь... Кто нам будет мозги компостировать, если тебя не будет? Вот и не говори, Фредди! И не говори! Вам такого компостера, импостера, как я, вообще никогда не найти! Это и не говори! Я с тобой согласен! Такого, как ты, зануды-мануды, вообще не найти. Это тот человек, это тот аниматроник, который никогда не перестает разговаривать. Конечно, Фредди, а если я замолчу, вот представь. Если надо молчать, а я не буду молчать. А если надо говорить, а я не буду говорить. Как вы будете без меня жить? А если ты попросишь, я всегда могу помолчать. А не просишь, я могу говорить, я всегда могу делать, как вы хотите, ребята.
Бонни, можешь, пожалуйста, заткнуться? Да, пожалуйста, можешь замолчать. Поехали молча. Конечно, я могу помолчать, если вы хотите, чтобы я помолчал. Но я могу не молчать, если вы хотите, чтобы я не молчал. Блин, пожалуйста. Капец, ушастая морда, замолчи ты уже. Ладно, так и быть. На 3 секундочки я заткнусь. Куда ты нас везешь, старый дед? Отпусти нас! Что ты хочешь от нас, старый пердун? О, все поменялось. У меня новый план. Колдун Грендер хочет со мной встретиться. Сейчас я тебя продам ему за кучу золота, понятно? Отпусти, гадкий противный дед, а я сбегу! А? За мной? Мои страшилы! Отпусти нас, гадкий противный дед! А ну-ка, заткнитесь! Сейчас я вас так продам, я стану самым богатым во всем Лос-Сантосе! Противный дедуган! Когда ты уже окочуришься? Капец, достал ты! А ну с дороги! Заткнись, говорю! Эти шоколадные и лавовые аниматроники, как вы мне надоели! Уже в печенках сидите! Сейчас я вас продам! Противный дед! Чтоб тебя пенсии лишили! А ну заткнись! Так, ребята, это вроде здесь. Ну что, Фредди, GPS-ик показывает, приехали прям ровненько. Здорово, быстро приехали. Так, ладно, ребята, выходим. Так, посмотрим, что это за место-то такое. Что-то мне кажется, я тут был. Так я ж тут работаю, ребята. Это же порт, я тут работаю. Точно, Фредбер. Мы ж тебя 2 недели назад тут искали. Ну да, а я тут работаю. Слышно, ты же Фредбер работает, а с другой стороны находится комната вот та ужасная. Точно, Бонни. Ладно, давайте обойдем быстрее, давайте обойдем это здание и посмотрим. Точно, давайте обойдем и посмотрим, где там находится шоколадная марионетка. Да, давайте посмотрим. Фредди, стой! Блин! Ля! Это кто? Капец! Это же монстры! Это же монстры дедугана! Это его монстры, точно, это они! Это они! Да! Офигеть! Они кого-то охраняют, ребят, это точно! Они охраняют марионетку! Ты что, Фредди? Придется с ними драться. Да, придется, ладно. Ладно, давайте их уже победим. Ладно, ребята, нужно спасти марионетку, придется драться. Давай, Фредди, давай доваляем. Ну ладно. Получи, а ну с дороги. Получи. Получи. Получи, гадкие монстры! Ля, а этот как каменный стоит! Получи! Вот тебя! Получил! Блин! О, ля, какие сильные! Капец! Получи! Вот тебе! Получи, страшила! Ну как тебе, нормально? Получил! И ты сейчас получишь, хватит прыгать! Вот тебе, получи, получи! Капец, какие они сильные! Вот тебе! Ребят, помогайте, они сильные! Ух ты, блин! Вот тебе! Получи! Ну чё, страшила! Сейчас я тебе твою башку откручу! Молодец, Бонни! Получи! Вот тебе! Получил? А ну лежи, не вставай, говорю! Получи! Мне кажется, за этой дверью будет марионетка. Фри, тебе не кажется? Так и есть, так и есть, заходим. Ладно, хорошо. Пойдем посмотрим. Да. Так, ребята, давайте, марионетка.
Марионетка, где ты? Марионетка! Марионетка! Марионетка, где ты? А где она? Ля, нет никого. Вы нашли марионетку? Нет никого. Марионетка, выходи. Марионетка. А где она? Бонни, ты правильно смотрел? GPS-навигатор правильно показывает? Да вроде правильно, Фредди. Сейчас я еще раз гляну. А ну глянь еще раз. Что за прикол? А где она? А где марионетка? Я не знаю, ребята. Ребят, выходите быстрее на улицу, я вам кое-что скажу. Что случилось уже? Тут нету никого, Бонни. Выходите быстрее, быстрее. Ну? Фредди, ты меня, пожалуйста, прости. И чё? Ты чё, не туда нас привёз? Вообще не туда. Вроде показывала сюда. А как мы поехали, вообще браслет показывает вообще другой район. Вот ты растяпа. Ну какая ж ты растяпа. Простите, пожалуйста, великодушно. Я растяпа, да. Ладно, так и быть, прощаю тебя. Чика. А я думала, может кто-то наверху есть. Слазь давай. Чика, ты что туда заперлась? А я слазь. Фреддер. Иду, я иду. Я тут это. А, понятно, в туалете. Ага, приспичило. Капец, Бонни, ты всех заразил своей туалетной болезнью. Все, быстрее все в машину и погнали. Меня хоть подождите. Догоняй давай. Догоняй, Фреддер, Чика. Я бегу. Капец, вот ты растяпа. Как можно было не заметить? Я не заметил, Фредди, прости. Ладно, так и быть. Все, садимся, поехали. Ага, поехали. Не осажусь. А Фреддера что, кинем? Да нет. Подберем его по дороге. Этого непонятно куда пошедшего аниматроника. Почему непонятно куда? Я пошел, я сразу сказал. Капец, давай уже садись. Ага, хорошо, Фредди. Все, поехали. Теперь внимательней смотри. Хорошо, я теперь буду просто все глаза и уши буду следить. Да, а то катаемся так по 2 дня. И не говори, Чика. Вообще капец. Все, погнали. Ребят, ну что, понравилась вам серия? Надеюсь, понравилась вам, как аниматроники ищут аниматроников шоколадных и этих, и лавовых. Ну что, пишите в комментариях, как вам лавовые аниматроники, которых я сделал. Думаю, просто они вам очень понравятся, потому что они мне так понравились, когда я их сделал. Просто они такие крутые. Напишите, кто у вас любимый лавовый аниматроник и кто ваш любимый шоколадный аниматроник. Ну и придется, блин, следующую серию делать, потому что непонятно, что же задумал колдун Гредла. Все, ребят, с вами был я, Кикс, Мутипути, всем счастливо, всем пока.